В среду сотрудниками ОФСБ совместно с линейным отделом внутренних дел на транспорте из незаконного оборота было изъято 200 грамм героина. Наркотик вместе с ручной кладью сдал в камеру хранения Ивановского ЖД вокзала один из пассажиров поезда Москва-Иваново. По имеющимся данным, высококачественный героин предназначался для цыганского преступного сообщества, специализирующегося на розничной торговле наркотиками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.